Жители переулка Кустарного пытаются в буквальном смысле выйти из грязи. И если уж не в князи, то на сухую и чистую дорожку уж точно. День Николы Вешнего отмечают сегодня православные. Какие чудеса получают верующие в ответ на искреннюю молитву. И сколько оренбуржцев поехали в Москву, чтобы прислониться к мощам святого, прибывшим из Италии.